Здорово всем, друзья, с вами Angry Shoma, и наконец я дошел до Resident Evil 3 ремейка. О, заранее скажу спасибо огромное DJ Deluxe за предоставленную возможность, то, что поделился он с этой игрой, и теперь у нас есть возможность пройти ее полностью, а не демку. И давайте теперь сразу перейдем в игру, полный сюжет, я вроде бы все настрою. Джилл Карлос. Классического выбрать, что ли? Давайте классическую вспомним. Карлоса. Похоже на папаху Хабиба, только черного цвета. Автонаведение, чем ясно. Мы бьем прям хардкор. Только хардкор, друзья. Враги сильнее, предметы боеприпаса попадаются реже, вы задаете меньше боеприпаса. Let's go! Ракун Сити, промышленный центр на среднем западе США. Член подразделения Старс Джилл Валентайн поодиночку вызывался. Я понял, спасибо. Не надо было там сделать как бы, как во второй части, типа пауза. То есть в седьмой. О, реальные съемки. Эпидемия распространяется быстрее любой позиции истории. Коронавирус? Расходитесь, немедленно. По городу бродят разъярённые толпы, горят здания. Власти ожидают, бывает пожар, бесчинный мародёр. Паркур! Мне интересно, они реальные кадры из прошествия показали или просто для игры были созданы эти кадры? Какие-то небольшие отсылки к фильму есть. Это, кажется, Немезис. Да, это Немезис. Немезис, черт возьми ее. Старс! Да. Интересно, эти флешбеки из третьей части оригинально будет или нет? А в третьей части в оригинале нам ничего не показывают, просто Немезис резко появлялся и все, нам не объясняли, что как что. Это Джилл. Радио старое. О, телек! Телек ретро, телек, посмотрите. Они не стали менять как под современность. О! Я. От первого лица! Посмотрите, давайте обыщемся, что здесь интересно есть. Шинка. О, берета Джилл, посмотрите. Что у нас тут? Окей, ясно. Че, мулаться начнет. Вон же ствол. Где она оставила ствол-то? Кровь капнула, что ли? Это кошмар или что? Я могу чему-то не делать? А, створи. Я! Кошмар. Остался. С каждой ночью все хуже. Где, кстати, телефон был? А, вот же. Да, они тебя слышат. Hello? Jill, are you okay? Brad, is that you? Listen, you gotta get out of there. What are you talking about? I don't have time to explain. You gotta get out of there right now. All right, let me grab my. О! Уже Немезис сразу? Он и замотанный пока что. Посмотрите. О! Даже я почувствую эту боль. Вот, блин. Почему Немезис сразу в начале игры? И почему он как ниндзя?
Holy fuck! Зачем за дверью стоять? Бежи, блядь! Я не могу засмотреть, я не могу. Оо! Holy moly! А? О, да, это его остановит. Беги, дура, блин! No way! Так, мы разве здесь не играли? О, черт, мне это не нравится. Мне это не нравится! Бежи, бежи! Уже? Ага, все. Что это? Ох ты! О, disgusting. О, дерьмо, куда бежать? Куда бежать? О! О, цветочки, аптечки. Так, я хочу назад вернуться. Не могу? Нет. Так, ладно. О! Умер! В огонь! А волосы как, не горят, что ли? Ты... Почему они как ниндзя? В трейлер не было этого ниндзя. О-о-о! Holy fuck! О, беги! Беги, блин! Беги, блин! О! Что за псих, блин, Джакс? О! Ха-ха! Лох! Лох! Сака! Ох ты, это же зомбаки! Их слишком... Ну, не стой, беги, зачем? Да, пялься на них, блин. Кулка мне пока что нет, и стрельбы пока нет. О! А, это же тот момент, где... Или нет? Укусили его, лох! Да, не думай об этом, ты подохнешь скоро, чувак. Брэд, кто, интересно, друг или брат, или кто? Ты чё бросил его? Прости, Брэд. Пусти меня! Извините, Игорь, да, трупа, извините. Ага. Не-не-не, боеприпасы мне и так нужны, я не буду в тебя стрелять. Смысл? Не-не, спасибо, я знаю, как стрелять. Куда? Куда идти? Открывай! Иду, 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 иду. Иду! А, это он! Вот же этот момент, вот! Как это открытое помещение было? Он спрячется и потом не выберется. Потом его съедят. Это же тот момент, где в начале игры, когда я от зомбаков бежал. Вот же, вспомнил локация. Я потом, получается, сюда тоже должен вернуться. Но немного изменили локацию, да. Вон там было, и этот... Хранилище как бы с этой стороны было, а лестница с этой стороны была. И немного изменили локацию, но в целом все как есть. Но мы туда не можем забрать. Там был порох, ящик и сохраненка как бы. Блин, как теперь пройти? О, дерьмо, дерьмо, дерьмо. О! О! Я же... Fuck you. Все, тебя заразили. Тебя заразили. Точнее, меня, блин. Ну. О, закрой, закрой. О, рукопашный бой. О, она услышала. Это Спарта. О.
А потом ему есть дело до тебя. Стрелять начнем. Эй, срезать. Быстрее, 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 я не буду отвлекаться, постараюсь просто прыгнуть. Не, не успею, это Старс. Не, я готов поклясться, Немезис. Я же сказал. Немезис, я готов поклясться, это Немезис. Здрасте. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ой, блин! Давай, заводи! Ага, как обычно. Это что? Он на этот Джаггернаута похож. Я и не отпускал его. Вместе с ним. Ух ты. Оли! Как можно было после такого выжить вообще? Не за кого, да. Вот так. Идеально. Пристегиваться нужно. Ага, ага, ага. Два, по-моему, еще больше его разослил. Он, Эрмах, идет. Со своими повязочками. Оу! А вот теперь он в своем обличье. Куда бежать? Что делать, блин? Ух ты! Что он делает? О, Карлос, уже Карлос. Ну ты лох. Эй, полегче, девушка, я помогу. Идем, я отведу вас в безопасное место. Что-то сразу они быстро встретились. Я бы на вашем месте добил бы его. Есть на кого опереться. Еееее! Замысловатая твоя коробочка. Уф. Мне нравится, как в игре можно вот так осмотреть детально какой-либо предмет. Очень нравится это. О, вот тот камешек, кстати. Вот тот камешек. Ну, блин, откуда вы беретесь? Ну, серьезно, хватит, может. Ух ты. О! Fuck you. К парированию мне нужно привыкать. Короче. О! Я! Что это было? Я посмотрел на чат, время думал проверить и, блин, обосрался. О! О! Откуда появился он? Откуда он появился? Я его не видел даже. Ну, блин, что за жопное управление? Headshot, you son of a bitch. Откуда вообще эта собака появилась? Я даже не видел ее. Опять шкатулка. Сейчас начнется, я знаю. Бля, а выстрелить и собрать нельзя. Обязательно нужно усложнять. Ух! Мне вот интересно, современная игра, как оружие крепится, это так неестественно. Не могли какой-то ремень сделать? Это было бы намного приятнее и более красиво. Ну блин, а что такое? Мечи, оружие просто в воздухе крепится на спину, как липучка. Я не знаю. Примагничивается к телу. Это так глупо выглядит со стороны, отвечаю. Меня это, не знаю, как вам, но это мне глаза режет. Так, что хочешь еще раз? Оу!
son of a bitch. Fuck you. Зачем я сюда вообще зашел? Я понять не могу. А, понятно, 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 понятно. О, fuck you! Откуда он появился? Зачем он встал? Чмошник, очкушник, блин. Вы видели, откуда появился петух конченый? Черт! Шайтан. Вот. Здесь тоже камешек, я уверен. Нет? Отмычка, оказывается, там лежала. Я думаю, камень. Вот тот камень. Изучить. Ух ты, как он блестит. Искусственный рубин, похоже, можно куда-то вставить. А здесь что? Здесь тоже, уверен, тоже камень. Но мы... Я думал, там камень, поэтому сюда вернулся. Спасибо. What? Это что? Тактическая ложа для троих. Ох ты. Неплохо, там есть еще места. Это неожиданно на самом деле. Вот так. Теперь легче будет целиться. Что ж, думаю, на этом пора завершать. Спасибо всем, кто смотрел это видео. Не забудьте поставить лайк, также подписаться на канал и оставлять свои комментарии. Если это видео наберет 10 лайков, то мы продолжим прохождение прямо сразу же. И на этом все. Всем спасибо за внимание и до скорой встречи, друзья. Всем пока-пока.